Вы появляетесь откуда ни возьмись, говорите с загадками и хотите, чтобы я... Видите того парня в оранжевой куртке? Видите его? Да, вижу. Что дальше? Его зовут Деннис. 10 лет назад в этот день здесь погиб его отец. Он стоял и, как обычно, ждал поезда. У него была хорошая работа, счастливая семья. Но однажды он понял, что устал. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.